Это виды, которые я показываю, виды Насфельда. Очень красивая сегодня погода, сегодня солнце. Вот видны там подъемники, здесь почти 100 километров трасс. И этот панорамный вид, игра, красивая игра свет-тень. Вот, много подъемников, много работает. Я нахожусь на верхней точке катания, здесь прямо сразу вниз обрыв резкий. Вот, вот здесь можно кататься в трех зонах. Вот это крайняя зона. Вот, а мы находимся в Доломитовых Альпах. Вот, и Доломитовые Альпы показывают нам вот такую вот просто неземную красоту. Вот, очень красиво. Здесь подъемочки ходят. И вот мы стоим прямо у такой вот огроменной горы здесь. Зона, где все останавливаются и фотографируют, потому что просто чумовые виды. Отсюда не хочется уходить, здесь безумно красиво, просто фантастическая красота, очень мне нравится. Вот это зона 7-8 трасс катания, очень красиво. Вот еще раз смотрите на эти виды, красиво.